Потерь в вооруженных силах России нет. Нет, 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 нет. Потерь в вооруженных силах России нет. Нет, 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 нет. В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Энгельса, прапорщик Роман Куликов. Там в ходе спецоперации погиб югорчанин Виктор Николаев, выполнявший служебно-боевые задачи. Белгородец погиб в ходе операции на Украине 24 февраля в боях под Харьковом, будучи командиром отряда российских разведчиков. Он не спрятался за спины верных ему солдат. Прощание состоялось в зале сельского клуба. Погиб уроженец села Ральники Малмышского района Вадим Куимов. Анатолий Щеколдин погиб во время проведения военной спецоперации на Украине. Области выразил соболезнования семьям волокжан, погибшим на территории Украины. Сегодня прощаются с минусинцем Андреем Барановым. Тяжелая и невосполнимая утрата. В последний путь проводили ефрейтор контрактной службы Дениса Сафина. Погибли наши земляки, старший лейтенант и старший сержант Вологодского СОБР. В ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Анатолий Артамонов. Там во время военной спецоперации погиб уроженец. Потерь в вооруженных силах России нет. Нет, 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 нет.